Добрый день, дорогие друзья. Началась сессия нашей школы «Наука жизни». Признаюсь, я всегда с большим нетерпением жду этого события. Почему? Здесь мы общаемся очень долго. Ну, в том плане, что наше обучение на несколько лет. И для меня это нечто другое, чем просто разовая такая встреча в каком-то городе на 1-2 дня. Здесь долгий такой режим, в котором люди учатся раскрывать все свои лучшие качества, обучаются науке жизни, науке тому, как строить отношения в семье, как развивать свое дело, найти свое предназначение. И для меня ценно вот это вот долгое соприкосновение, когда, знаете, можно долго отвечать на вопросы человека. Он постепенно не просто что-то узнает, а реализует в своей жизни, возникают какие-то новые задачи. И удивительная, конечно, атмосфера здесь. Атмосфера людей очень творческих, с таким очень большим потенциалом личностным. Атмосфера прекрасных отношений. Наша школа — это прежде всего атмосфера. Сессию открыли студенты сами, мы даже не знали об этом как преподаватели. Посмотрите на них. Здесь люди хотят творить, здесь люди раскрывают сердце. Здесь люди создают множество таких проектов, очень творческих, креативных. Здесь люди учатся дружить, сотрудничать, находить настоящее дело в жизни и совместно реализовывать их, его. Посмотрите на открытие сессии, соприкоснитесь с нами, с тем, кто здесь учится, с нашими кураторами, преподавателями. Я думаю, будет это интересно вам. Может быть, вы захотите поступить в нашу школу? Кто знает? Буду рад в любом случае с вами встретиться. Знаете, одна из самых ценных вещей в жизни — это такие долговременные отношения. Отношения, которые надолго. Вообще, люди, которые приходят в нашу школу, мы им говорим, что мы с вами встретились навсегда. Не на 1-2 года даже. Давайте вместе что-то хорошее делать в этом мире. Возрождать в нем настоящие ценности, настоящую культуру. Давайте вместе проявлять процветание в этом мире, чтобы все, кто живут в нем, были счастливы, чтобы у нас рождались счастливые дети, которые еще больший вклад внесут в этот мир. Ну, в общем, посмотрите, как открылась наша сессия. У меня, конечно, не будет возможности спросить, как вы это все восприняли, но так или иначе...